И к другим темам. Волгодонск посетил волшебный мир сказок Александра Сергеевича Пушкина. В эколого-историческом музее открылась выставка под названием «Лукоморье», прибывшая из Санкт-Петербурга. Это единственная выставка во всей России, на которой представлены сцены из знаменитых и всем известных сказок, о попе и его работнике Балде, Золотая рыбка, Золотой петушок и многие другие. Самое интересное, что все экспонаты двигаются, и оформление их очень реалистично. Первыми посмотреть выставку пришли маленькие воспитанники интерната «Теремок» и приюта «Аистенок». Ребята с интересом разглядывали все представленные экспонаты. А еще для них организовали развлекательную викторину, где юные экскурсанты вместе вспоминали и читали стихи Пушкина. Но на этом развлечение для ребят не закончилось. На выставке представлен специальный стенд, где они проверили свои знания сказок путем простых ответов на вопросы. Также неизгладимое впечатление на маленьких экскурсантов произвела выставка засушенных экзотических насекомых и животных, родом которые из разных стран и континентов. Проект является не развлекательным, а образовательным. То есть прежде всего мы ставим своей целью, чтобы дети, которые приходили сюда, узнавали что-то новое, и у них возникало желание знакомиться лично со сказками и творчеством Пушкина в целом.